очень символично проводить, я так считаю, подобные конкурсы в преддверии Дня Победы. Я считаю, это имеет большое значение в патриотическом воспитании детей. И мне бы очень-очень приятно, что этот конкурс сейчас уже стал ежегодным. Надеюсь, что в будущем у нас будет возможность проводить его еще масштабнее, привлекать еще больше детей, и что у нас будет получаться все лучше и лучше.